Умные остановки реанимируют в начале следующего года. Оборудование, которое было установлено в 2012 году, местами неисправно. Экран на площади Ленина уже который месяц выдает надпись «Подождите, пожалуйста, загрузка транспорта». Что касается остановки у «Современника», пассажиры и вовсе не припомнят, работало ли информационное табло. В областном управлении по информатизации сообщили, что это был своего рода эксперимент, который проводился за счет инвестора. Внедрять такие остановки планируется и дальше. Где-то это будет бегущая строка с информацией о времени прибытия транспорта, а где-то уже привычные экраны. Количество автоматизированных остановок зависит от того, сколько средств будет готов вложить инвестор. Эти два экрана, так как являлись экспериментальными, не всегда показывали информацию, да, не всегда, может, показывали ту, которую было необходимо. Но, с другой стороны, практически весь транспорт в настоящее время оснащен ГЛОНАССом, поэтому в ближайшее время, в начале буквально 2014 года, жители, пассажиры города Иваново будут иметь на узловых остановках практически полную информацию о пассажирском транспорте.